Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам выгодный во всех отношениях коммерческий объект недвижимости, который расположен на первой линии у федеральной трассы М5 Урал, в территориальной зоне транспортной инфраструктуры и придорожной торговли. Здесь хорошая транспортная развязка и большой поток машин. Адрес объекта: Московская область, Раменский район, сельское поселение Софинское. Это всего 30 километров от МКАД по удобному Новорязанскому шоссе. Продается в бессрочное право пользования земельный участок площадью 65 соток, расположенные на землях промышленности, энергетики и транспорта. Земельный участок предназначен исключительно для строительства и эксплуатации объектов дорожного технического обслуживания, для пунктов общественного питания или автомагазина. Территория участка имеет трапециевидную форму, ширина участка в основании трапеции 73 метра. С этой стороны участок граничит с дорогой, соединяющей Новорязанское и Рязанское шоссе, которое также имеет высокий трафик. Фасадная часть вдоль федеральной трассы имеет длину 190 метров. С тыльной стороны участка проходит асфальтированная дорога шириной 10 метров. Ближайшие смежные соседи – это полностью заполненный арендаторами торговый строительный комплекс «Софина», где расположены строительные, садовые, хозяйственные и продуктовые магазины, а также автосервис и магазин автозапчастей. С левой стороны участок граничит с автозаправочной станцией «Татнефть». С другой стороны Новорязанского шоссе расположен большой складской комплекс, распределительный центр X5 Retail Group, а также еще несколько больших складских терминалов, где много рабочих мест и потенциальных потребителей. Подана заявка на технологическое присоединение 400 кВт электричества. Потребляемую мощность можно будет увеличить. Всего в минуте ходьбы от участка находится остановка общественного транспорта «Софина», от которой регулярные автобусы и маршрутки курсируют до станции метро «Котельники» и «Щелковская». Земельный участок находится в долгосрочной аренде сроком на 49 лет с 2019 года у юридического лица. Цена указана с учетом налога на добавленную стоимость. Звоните мне уже сегодня и приезжайте на просмотр в удобное для вас время.